Решать вопросы сообща. В щелковском офисе компании «Мособлъеирс» прошел день открытых дверей. Наша компания организовывает данное мероприятие в рамках системной работы и открытости для получения обратной связи по отношению к нашим клиентам, к населению, а также встречи с управляющими организациями по данным территориям, с администрациями для выявления основных таких, скажем так, вопросов, которые требуют подключения такого оперативного решения. Хоть мероприятие было явно нацелено на привлечение населения, посетителей в этот день было совсем немного. Может потому, что день совсем не выходной, может от того, что в извещении был указан не тот город. Однако с оповещением населения, говорят, в офисе работали тщательно. И данное мероприятие, по словам руководства центра, проводили совсем не для галочки. Информация заблаговременно размещалась на сайте нашей компании. Также информационно мы предоставляем эту информацию в адрес администрации. И расклеивали на информационных, передавали управляющим компаниям для размещения на информационных стендах, досках, для того, чтобы жители имели возможность прийти. Важно услышать и помочь устранить проблему, говорит представитель компании. Так, на личную встречу в день открытых дверей пришел житель Щелково, недавно озвучивший проблему с некорректными начислениями в квитанции в эфире центрального телеканала. По данной сумме было целиком полностью разбирательство на сегодняшний день. Еще раз были подняты все документы, на основании чего произведено такое начисление. Было выяснено, что эти данные нам предоставила управляющая компания. Да начислить по конкретному лицевому счету, там целый перечень. Сейчас вот они вместе с управляющей компанией пошли, довыяснять эту ситуацию, для того, чтобы управляющая компания в случае выявления, возможно, неправильной передачи некорректных данных, дала нам такое поручение, мы эту сумму у него уменьшили. В этот день также все пришедшие могли ознакомиться с новой формой единого платежного документа, задать волнующие вопросы и в оперативном режиме совместно с управляющими компаниями, подрядными организациями решить их, как говорится, на месте. Вот мне 89, а с меня капитальный ремонт лупят на всю железку. Да. Вот для того, чтобы получить возврат данных средств денежных, так, вам необходимо обратиться в органы соцзащиты и получить компенсацию по выставленным начислениям, потому что... Написал сюда письмо, вот отдал. Соцзащиту. Девушка мне сказала, что она раскрутит все и будет. Вы сможете сами здесь отправить. То есть, если налажена взаимосвязь, хорошо очень. 10 платежек у нас, не только это. Но вы сюда приходите, вам здесь все понятно? Вроде да. Здесь вот объясняют, все молодцы, все нормально, все хорошо. Так, день открытых дверей в Мособлъеирс прошел, можно сказать, в штатном режиме. Хочется надеяться, что в будущем вопросов станет меньше, а доступности и корректности как в платежках, так и в точности формулировок больше. Лилия Тимиева, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».